ты урод, и об этом говорят. Ты урод, и об этом все кричат. Мы приехали на отдых со своими вайф, да? Да. С женами. Каролина, ебать мозг, эксайлу. Аньки, был ПМС, сейчас начались месячные, болит живот, хуевое настроение. Шо, у Саши просто каечка, ну он это самое, он там в ноги прыгает. Шо, Саша фреймтеймер, мужик настоящий, да? У да. Меня вот так. А, ты за спиной стоишь? У меня вот она все. У Саши все вот так вот. Она по, как это называется? По струнке ходит, вот по такой, вот. Аня в тилте, потому что у нее стрим не запустился. И она плакала. Держи флешку. Сейчас я даю камеру. Чьи, да? Я еще заболел, козел, блядь. Чего? У меня осталось 2000 дирхам. Это 40 тысяч, у меня нет больше денег. У меня осталось 40 тысяч, как мне жить еще несколько дней? Сказал пойти. О, не хуёво, а дай ему камеру, что ли? Вау, супер! И не надо никакие потом... И платить не надо денег. Давайте ЕРЛ с дома, бля, прикольно же. Вот так вот. И такси не надо ехать 10 минут. Опа, Илюша. Илюша, заканчивай с друзьями там свои посиделки. Пошли в ресторан. Илья. 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 Меня это уже осточертело. Весь нас то в Москве в баню, то в Дубайске с этими дебилами. Да. Чего? Он сидит сейчас как будто наказали как будто. Да. Последний раз предупреждаю тебя, Илья. Я устала. Да не говорит он так, блядь. Теперь я пойду немножко к своей женщине, самое покаблучу. Не, у моей женщины очень плохое настроение сейчас. Классно, на батуты съездили, да? Да, попрыгаем, можно. Что пишет батуты топы этот смайлик блоттрейл. Как батуты тебе, брат? Классно. Бля, ну, в Дубае тоже. Ёвые батуты. Высоко летаю, пи***ц. Можно до потолка башку потом. Ого. Что еще здесь есть вот в этом развлекательном центре? Фантик. Вот, смотри, что есть. О, полоса препятствий. А теперь вот так. Батуты на диване лучше. Видели, бустер подстригся? Это лучшее, что сегодня за день происходило вообще. На дельфина из мультика. Я понял, у него голова вот по высоте стала в раз 200 больше. И вот эта башня, это пизда. Бывают такие эти тиктоки, знаешь, стрижки. Вот такие. Покажи. Мне кажется, если бы меня так подстригли, я бы вышел с балкона, мне кажется. А Слава наоборот. Контент из этого сделал. О, не что за соска, это кто? Это после бассейна. Ты мужика себе нашла здесь, что ли? А, вот чьи волосы валялись там синие. Люба, ты кажешь такси, а? Не надо, я чёрствый. Мне не нужна эта любовь, я чёрствый. Более. Иди отсюда, блин! Мы с пацанами на батуты, блин! Чё мешаешься под ногами, блин? Пошла отсюда, блин! Блин. Давай, блин! И приготовь еды, блин! И денег заработай! И квартиру надо найти, наконец, блин! Сидит, нахуй, на шее! Ух, блядь! Правильно, так и ел. Вот вам пример, мужики, как надо. Вот у кого-то яйца есть в этом доме? Давайте все Киру просто. Давайте, поехали. Давайте. Ну, стоишь, все, может, вон твоя... Давай, давай, делать, наконец. Да, вот, пошла. Вот, все, что я умею. Вот надо так, нахуй, а? Перед мужиками, а если хуй встанет? Здесь ни черта, вот блядь, только вот да, там. А если у Лёши хуй встанет, а? Не, ну вот это... Стоп, что? Молчание чисто. Не, вот это уже какая-то хуйня. Аня сказал, что у меня температура там. Да не так, губами. Нет, подожди, подписчики измеряют. И камеру заляпаешь. Подождите, стойте. Измеряйте температуру, пишите. Ай, блядь. Большая реально. Потрогай губами. Да не так, что ты? Не так. Как Симба. Сим. Бля, у меня ну-то болит. Ну да, у тебя пиздец. Походу троем едем. Не, реально пиздец. Илюша, потрогай губами. Смотри, смотри. Просто хочешь, чтобы его трогали губами. Ну вот это Лёша, да, кореш? Это Лёша. Если Лёша кореш не может, у нас есть замена. Чё? А чё, у тебя всё? А, о. О! Это блю! Я не блю, нахуй, я пинг, блядь. На секунду. Я пинг. Пинг?
No blue! Ты новый Леша кореш, поздравляю. What the fuck is this? Говори. I love you. I love you. Блядь. Вот сюда, I love you, my friend! I love you! I love you! I love you! Баунси. Чизбурген пусть скажет. Чизбурген. Давай. Чизбурген. 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 Это кукембер. Кукембер. Малосольные огурчики. Малосольные огурчики. Ну что это? Что это есть? Ну что это такое? Бля, успел спой песню про то, как ты заболел. Неплохо тебе. Чтобы тебе стать настоящим Лешей Корешем, тебе нужно говорить: если выигрывают, я неудачник. У меня все хуже всех. Проделись лучше. Давай, повторяй. Тоже температура? Может, просто здесь жанты? Может, просто они отлынивают от стримов, нахуй. От нашей работы, нахуй. Да. Бля, ну как можно быть таким людьми, нахуй? Нахуй. Вот как можно быть таким, как я, нахуй? Как? Приехать в Дубай и слечь, нахуй. Хорошо, хоть страховку сделал. Моя герл так и душевно хуй. Она сидит там, самокруточку ёбнула. Реально? Yes. О май гуд. Ёбаный серфер. Сильно. Акула, бля. Мне к 9 нахуй надо к себе в отель. А чё у тебя там? Ужин, шоу. А, вот этого какой самого. Шоу? Это вот типичный русский, который приехал в Анапу и шоу там. У меня там шоу, у меня завтрак со сестра. У него там водный этот аэробик. Раз, и он не может пропустить. Excel шоу может быть, а? Акваэробика. А там реально с водой связано. Ля перво, ля перво. Бля, ебучий турист. Что это такое? У нас в отеле бесплатно. А что там? Что за шоу? Ну там этот, как его? Цирк дю Солей, знаешь, что такое? Да. Вот то же самое. Вот она вышла. Боишься, что ли, на батутах? Ох, блядь. 85 дирхам. Перевод. 1800 рублей. Один час. Попрыгать на месте. Один час. 80 тысяч, блядь, 800 рублей. Вот, смотри, дайте мне 2000, нахуй, прыгайте со мной рядом. Вот вам и батуты будут, нахуй. Это что за хуйня здесь происходит? Ну, как будто он именно прилетел откуда-то и сюда упал, воткнулся. Капитан будет через минуту. Я просто пытаюсь развлечься как-то, пока батутов нет. Ну ты хуёво выглядишь, Сань. Кто-то смывает там бесплатно. Ты бесплатно смыл? Ты бесплатно смыл? Копейсу. А смыл нахуй? Я сам заплатил. Ты ещё... Охуеть вас, блядь. У меня в отеле бесплатно смывают. Ты надо бы оставить это. Я бы это, то, что осталось, продал бы, и мы бы с тобой головой не думал. Какашки в следующий раз будут в туалете? Сука, ты за коммуналку не платишь, нахуй. Какашка будет в следующий раз? Какашка будет в следующий раз? Оставь, не трогай. Это двойной ценник. Реально? Ну. Это на видео с какашкой? Так дороже. Так это новый, ну, новое развитие, понимаешь? А я типа... Мне интересно, чтобы развиваться, нам интересно развиваться во всех направлениях сейчас. Мне задонатят, типа, ну, 1000 рублей, чтобы я смыл. Руку нахуй. Ну, кого? Руку нахуй. Ты что? Ну, блядь, куда ты нахуй? Какую 2000. 3000. Задонатили 2000 бы сразу видео, блядь. Все равно аудиосмыв. Хочешь присутствовать на аудиосмыве? Да. Пойдем. Я тебе покажу, как это делается. Мы уже едем? Смотри, сжимаешь. Смотрится это как намного лучше, да? Ну. Ну, смотрится это 2015-20, да? Какой? Нет. Сколько? Видео это 2000. Ого. Ну. Такси приехали. Поехали. Лучше останься. Не мучайся. Вот да. Иду. Не мучай, тем более больным нельзя спортом заниматься. Сердце становится. А его на... слабенькое. А? Вино корешу. Ну, yes. Девчонки не едут. О, блядь, а? Сучка. Не, ребят, ну он, у него реально температура, вот. Я трогаю. А, глаз. Выкалывается. Он вообще теплый. А кепку отдашь хоть? А с нами не поедешь? Вот. Это далеко? Найс хэйркат, бро. Это далеко находится? 10 минут. Человеку объяснить, что мне нужна застрижка. Сука. Люди стрижут, я такой, блядь, окей, нормал. Блядь, можешь мне тебе называть плавник, нахуй, посмотрите на это. What the fuck you doing?